Всем привет! Скоро 1 сентября, День знаний, и поэтому я решила с вами поделиться тем, как сделать из воздушных шаров вот такой замечательный колокольчик. Итак, давайте приступим. Для этого нам понадобятся шары 10 дюймов в золотом цвете, 2 штуки, шары в виде сердечка 6-дюймовые и одна ШДМ 260 в золотом цвете. А также насос, ножницы и палочка для шаров. Для начала возьмем ШДМ-ку, сложим ее пополам, пальчиком удерживаем, где у нас половинка, и передвигаем наше горлышко в это место. То есть такой кусочек мы будем надувать. Теперь возьмем наш круглый шар и аккуратненько удерживая, чтобы не переместилось там, где мы отметили, просовываем в шарик. Просунули. Теперь надуваем наш круглый шар. Придерживаем ШДМ-ку. Так, не полностью, немножко. Теперь нам нужно надуть ШДМ-ку внутри нашего круглого шара. Для этого мы крепко держим. Горлышко немножко нужно сюда вытянуть, чтобы можно было легко одеть. Еще раз. Одели на насос. Теперь удерживаем и надуваем. Вот таким образом у нас ШДМ оказывается внутри круглого шара. Теперь нам нужно завязать, чтобы не сдулась наша ШДМ-ка. Завязываем и лишнее отрезаем. Вот так у нас получается. Теперь нам нужно надуть полностью шар. Немножко его подрастянем. И вы видите, что наша ШДМ-ка легко болтается внутри шара. Теперь наша задача заключается в том, чтобы ШДМ оказалась посередине шара. И хвостик получается сверху тоже посередине. Для этого мы будем ШДМ-ку перемещать. Аккуратно сдуваем шар. И поправляем. Вот так сдуваем, чтобы горлышко оказалось посередине. Так, это у нас готово. Приступаем к следующему. Берем нашу палочку. Можно использовать, например, в домашних условиях, если нету, обычные карандашики, ручки с неострым концом. Нашу десяточку одеваем на палочку. Вот таким образом. Придерживаем и просовываем горлышко нашего шара. То есть это горлышко остается выше. Придерживаем и аккуратненько высовываем палочку. Теперь надуваем наш шарик, который мы засунули. Надуваем, пока мы не увидим нужную нам высоту нашего колокольчика. Надули. Теперь завязываем хвостик, чтобы воздух не сдулся. Все, основа колокольчика готова.
Теперь сделаем бантик. Возьмем сердечки и на 3 полных качка. 1, 2, 3. И следующий. Так, это мы надули. Теперь нам нужно сделать ручку для нашего колокольчика, чтобы можно было его удерживать. Для этого мы возьмем наш оставшийся кусочек, срезанный, надуем его. Одеваем на насос и надуваем. Поддуваем. Нам много шарика не нужно. Вот так примерно оставляем на 4 пальчика. Завязываем узелочек. Теперь нашу ШДМ-очку мы привязываем к колокольчику. Привязали. Теперь делаем ручку. Берем пузырек на 3 пальчика. Перекрутили. И этот пузыречек мы делаем ушко. Приложили, перекрутили. И следующий такой же. На 3 пальчика отступили пузырь. Перекрутили. И также делаем ушко. Лишнее отрезаем, чтобы у нас ручка не была настолько длинной. Мы ее укоротим. Вот таким образом достаточно. Узелочек закрутили, лишнее обрезали. Теперь наш бантик просто продеваем в нашу ручку. Перекрутили и поправляем. Вот такой чудесный колокольчик у нас получился. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.